едем в другой терминал. Why? I'm blogger. Светлана, вау, видите, люди, Света. Друзья, доброго утра. Аэропорт Хургада, 8 часов утра. Едем в другой терминал. Мы туда приехали. Да, hello. Sorry. What sorry? No. Why? No. I'm blogger. No. Почему? Why? No English, Arabic. I do video, my. I must wait there, yeah? Ага, хорошо. Хорошо. Меня выгнали. Светлана, вау, какая ты красивая, давай обнимашку, давай, видишь, да, да, а вас кто встречает? У нас холодно, а здесь трансфер сейчас нас встречает. Трансфер, красотка моя. Света, это волшебная женщина. Она увидела мою обувь в YouTube, там ремонт делали, и говорит: «Виктория, я тебе привезу обувь». Я говорю: «Не-не-не-не, нет, я тебе привезу, 20 моих нет», она сказала «да». И вот... Вот это все будут видеть люди, Света! На весь мир! Да! О, елки, вот! Платьишко, уже не буду тебя показывать, потом посмотрим. Подаяние с Германии. Друзья, представляете, как-то я там сделала видео одно в Ютубе, где я там ремонтирую обувь. Ну, там такой маленький сюжетик, египетскую обувь. И моя подписчица Светлана из Германии пишет, значит: «Виктория, я вам привезу обувь, потому что в Египте очень некачественная обувь, я знаю все». Я говорю: «Да не надо, не надо, да не надо». Еще привезла вот это красивое платье, я его обожаю просто, везде в нем хожу, где только можно. Меня очень умиляют такие поступки, я очень ценю такие поступки. Мы стали вот с ней дружить, общаться, практически там несколько раз в неделю переписываемся и так далее. Ну, я очень благодарна тебе, это мое любимое платье. Светлана, в общем, ты теперь моя подруга. Вот, здесь египетская. Ну, а вы подписывайтесь на мой канал. Ставьте мне лайки, пишите комментарии, потому что со мной всегда интересно. Пока-пока!